комментарий хочется услышать по вашей, по прошедшей игре. Ну, понятно, что счет достаточно крупный, но определенные цели, задачи вы все равно в этом матче преследовали. Вот какие они были? Так. Немножко висел комментарий, что были сопротивы, да? Видимо, что о контах 5-0, мы же тяни алгуму, чтобы жить и уж, сара, уж сикуш консигирую, если гарни, чтобы жить и уж. Bueno, no consigui, después de perder 5-0, no consigues llegar a los objetivos. El objetivo era ponerlo lo más difícil posible. Да, конечно, насчет 5-0, у нас такой цели не было, чтобы так проиграть крупно, да? Ребята старались, хотели, чтобы как можно дать бой настоящим испанцам. Pero no puedo decirle nada a los chicos lo han dado todo, han intentado hacer lo que les hemos pedido, pero hay una diferencia pues, de calidad, ¿no? De nivel pues, muy, Vините, muy elevada. Мы еще не можем, они отдали здесь все на поле, все, что было, они отдали, просто уровень действительно очень большая разница, да? Estos chicos juegan Barça, Madrid, Español, Sevilla. Ребята со сборной Испании играют в этих топовых клубах, как Барселона, Реал, Атлетико, Севилья, да? Son grandes jugadores. Большие игроки. ¿Vale? Nosotros estamos creciendo. Но мы тоже растем с такими играми. Спасибо. Спасибо. Поздравляю с победой. Felicidades por vuestra por lo que ganasteis. Спасибо. Сегодня у вас получилось все, что вы задумали? Ой, ha salido todo lo que habéis pensado. Bueno, está claro que habíamos preparado alguna cosa por si había una presión alta de Kazajistán. Ну, мы, конечно, подготовились на всякий случай более глубоко, потому что знали, что может быть давление со стороны Казахстана. Pero sí que es verdad que pensamos que tenemos que seguir mejorando para conseguir el torneo. Felicitarle a los jugadores por haber ganado, pero que tenemos que seguir mejorando y corrigiendo cosas. Ну, как бы хотя мы и выиграли, но все равно нужно продолжать еще работать и улучшать тактику игры. У команды есть установка забивать абсолютно максимум, сколько она может? Или при счете 5-0 как бы уже можно было остановиться и просто оборонительные действия попробовать потренировать? El equipo puede meter todavía más goles o es simplemente que ya es 0-5 y está ahí y no hace falta meter más goles. No tiene límites. No, nosotros en lo que es el partido siempre buscamos ser ambiciosos, queremos cuantos más goles. У нас, конечно, очень много амбиций, и мы, конечно, ищем больше голов. Чем больше голов, тем лучше. Creo que es una manera también de respetar al rival. Это тоже, конечно, также, конечно, нужно и уважать соперника. No solo jugar o tirar, bueno, hacer frivolidades, sino ser efectivos. Ну, не только, значит, водить мяч по полю, но и нужно результат, то есть быть продуктивным. Спасибо. Спасибо. Спасибо.